Здравствуй. Сейчас я тебе открою. Алло. Все в порядке, меня слышно? Ну да. А у тебя камера будет? Не, я думаю, нет. Зачем? Почему? Давай, так интереснее. С камерой интереснее. Ну, я как бы для камеры особо не готовился, А поэтому что ты там такое лучше делал? без Как? камеры. А что у тебя? Что там такого-то, блядь, особого? Ну, типа, я не причесывался и так далее. Да Нет, всем давай без похуй камеры. же, что ты это? Нет, там нормально, Навальный. Да, я, блядь, в зеркало не смотрелся сегодня еще. Я понятия не имею, Навальный, я кто это. могу Милонова оставить. И ты будешь у нас на лице Милонова. Короче, вообще замечательно будет на самом деле с камерой. Ну что это за заеб? Вот тебе пишет похуй на внешку. Видишь? Вот, я не вижу какой-то особой разницы. Анатолий, здравствуй. Анатолий, я, короче, хочу узнать сразу, да, узнать, что случилось с Твичом. Ты мне так нормально, подробно не рассказал, не ответил. Так, Ну, а забанили меня почему-то. месяц назад. Да, расскажи пока, за что забанили, как забанили, что вообще произошло. Мне интересно, я так до конца и не понял. И чем объяснялись, как это закончилось, чем закончится. Ну, это старая тема уже, это месяц назад было, на этой неделе должны уже разбанить. Забанили за фразу на тему того, что нет ни одного не мусульманского террориста. Это Вот. которая со мной на стриме было сказано. Да. Вот. Ну, типа, и все. Больше особо сказать нечего на эту тему. А как вы решаете вообще вопрос? Что будет? Ну, я сейчас разрабатываю альтернативные пути на случай повторного бана. То есть повторный бан, если будет, то будет навсегда. Но есть еще несколько секретных планов, которые я не могу обсуждать. Вот. Собственно, и все. А ты планировал митинг устроить? Не, митинг хуй с ним. Митинг это для долбоебов. А То есть зачем же ты тогда говорил? я планировал, я думал его устроить, когда я, блядь, проснулся, только узнал, что меня забанили. Я даже плакат купил Слушай, а до сразу же. этого на вот многие писали, типа то, что ты говорил, то, что на Твиче, мол, все нормально с политикой. И все нормально со свободой слова, просто вот есть конкретные правила, не говоришь, не делаешь что-то, то-то, то-то, и у тебя все в порядке. И типа я читал много комментариев на тему того, что вот Мандагрыл Да, политика Твича мне теперь не нравится. То есть претензий к свободе слова у меня нет, но внезапно оказалось, что, ну, типа, камон, ну вот прикинь, какие меры предосторожности принимал я, да? Ну, ты видел, Ну, я видел, примерно. да. Ты почти. В итоге из всех людей забанили меня. То есть не Егора Погрома, блядь, из Спутника и Погрома, не там, как бы, А что ты не... сразу? Вот ты знаешь, мне напоминаешь, что вот я на Ленинградском вокзале с девушкой стоял, курил, там какого-то мусора, бомжа какого-то забрали за то, что он курит, и он тоже начал кричать: «Вон, блядь, они курят, блядь, а их не трогаете, а нас нахуя трогаешь?» Типа, Ну, ну это ты так, говорит, я же ну, это не раз слышал ну, просто от все тебя, правильно. ты Все типа. правильно. Если трогает мент, то это легитимная претензия вполне. А кого хуя закон избирательно действует? Ну, типа и все. Ну, хуй его знает. Так, а расскажи, смотри, Маргинал, что мне самое интересное вообще на повестке дня? У меня вообще серия роликов «Змеиный клубок», где я разъебываю в том числе твоих бывших каких-то товарищей там. Кузьму, например. Короче, мне нужно знать вообще изначально историю того, как вашей истории сложилось так, что Кузьма стал свиньей. В моей истории это все немного по-другому. Мне нужно изначально вообще, откуда ноги растут, откуда Кузьма свинья и почему вы решили, что он свинья. Ну, ты будешь сильно разочарован. Как бы Кузьма, конечно, свинья, но у меня к нему нет претензий никаких. Не, ну мне интересно, почему ты считаешь его свиньей? Я считаю его свиньей, потому что ее пятачок, копытца и хвост штопором. А как вообще так получилось? Как, почему ты так решил? Что конкретно Ну, произошло видимо, между он вами? родился свиньей, чувак. Ну, типа, он был Не, ну и... поросенком, но вырос, стал свиньей. Не, я... Сначала он был зиготой, блядь, как бы свиной, как бы Конечно, потом конечно.
Стал свиным вот, зародышем, потом видишь, родился. А ты утверждал на нашем стриме, что зиготы это обязательно в человека превращающаяся хуйня. Кузьма, нет, это доказательство. Подожди, я считаю, что родители Кузьмы это люди. И на самом деле существование. Окей, ну как знаешь. Существование Кузьмы доказывает как раз-таки теорию того, что ну, Кузьма это свинья. Потому что еще и зиготы это не человек. Ну, он ест ботвинью из корыца, ну, серьезно. Вот. Нет, у меня нету каких-то жестких претензий к Кузьме, он не пиздил у меня деньги. Он не зажопливал мне деньги никогда. А что, других претензий не может быть? То есть, ничего такого жесткого нет. У меня один раз, значит, ну, вообще мем про то, что Кузьма свинья, зафорсил сакрамар. Тебя надо сакрамара для этого приглашать. Хорошо. Я долгое время, я где-то полтора года этот мем подавлял наоборот. А потом, ты защищал, значит, то есть ты защищал свинья. Да, потом в товарищеской дискуссии с Кузьмой, Кузьма порекомендовал мне снять видео про гомункула, у меня просто срака бомбануло, это примерно как с митингом про Twitch. Меня срака бомбануло, и я решил, все, бля, не буду, короче, больше удалять мемы про свинью. Вот. Ну и сначала я перестал мемы удалять, а потом я как бы увидел поток этих мемов, понял, что это охуенно, и начал сам уже форсить эту хуйню, потому что это дико смешно. Ну просто, типа, видишь свинью в игре, говоришь, что это Кузьма сразу. Оно реально разошлось. Ты вообще знаешь, что случилось вообще со Змеиным клубком? Следил за всей этой историей или нет? Да мне насрать. Но у меня на самом деле никому... Я так понимаю, что ты под Змеиным клубком имеешь в виду Хованский, Кузьма, Юлик, ну и вся свита, короче, да? Да. У меня нет никакой претензии к, значит, Змеиному клубку, на самом деле. То есть, несмотря на то, что там я у Хованского в ЧС, мы не общаемся, в общем. А почему, кстати, расскажи, тоже интересно. Ну, значит, Хованский у меня был на стриме. Мне 25 тысяч рублей закинул Artifix. Ну, он богатый сейчас. DJ Artifix. Значит, попросил закинуть. Я сначала не стал его закидывать. А потом он типа сам набрал в какой-то момент. Ну, по незнанке он набрал, потому что он типа, блядь, вздремнул, проснулся. Он вообще думал, что как бы Хованский уже ушел к тому времени. Но он набрал, и я такой, блядь, 25к надо закинуть. Ну, закинул я его. Mm-hmm. Значит, в итоге, короче, слово за слово получилось так, что Хованский спросил, закинет ли ему Artifix 25к. Значит, Artifix сказал, как бы, а что ты спрашиваешь в третьем лице? Значит, я здесь миллионер, сосать сюда. В итоге Хованский обиделся и ушел. То есть, ну, все происходило буквально так. То есть там ничего больше не было. Долбоебы мне до сих пор пишут, что я предал Хованского за деньги. Проблема в том, что я, блядь, Хованского не знаю лично. Я Артификса знаю очень хорошо. Это, значит, мы вот очень хорошие знакомые. Мы общаемся уже сколько там, блядь, 6 лет и так далее. Вот, много друг другу помогали. Значит, Хованского я знаю только то, что как бы я его видосы смотрел какое-то время, причем... Ну, далеко не с той регулярностью, с какой я смотрел Мэдда, например, да. Вот. И то, что, да, мы периодически ВКонтакте переписывались, когда он меня добавил. И типа, все, кого я там предал, как, ну, блядь, я присягу, во-первых, я присягу никому не давал. Да? Ну, послушай, смотри. По большому счету, получается, что практически все хуесосы, насколько я знаю, что с Кузьмой тоже... Он по ходу из-за того, что ты просто мем зафорсил и назвал его долбоебом за то, что он пытался как раз-таки тебя, ну, подсадить на то, чтобы ты комбикормом кормил аудиторию, как они с Юликом любят утверждать. Они это много везде писали. Когда я, например, говорил о том, что нет, я снимаю такую хуйню,
потому что мне это нравится искренне. Они мне сказали, снимай комбикорм, это все хуйня. В принципе, тебе то же самое, наверное, Кузьма, типа по-дружески рекомендовал начать снимать комбикорм. По-дружески. Снимай про гомункулы, станешь популярным. Ты... С наилучших пожеланий. Но да, с наилучшими пожеланиями. Гораздо... А мне тоже Юлик с наилучшими пожеланиями говорил. Да ты что, нахуй ты этим занимаешься? Как бы, если бы Кузьма сказал, как бы, маргинал, твой контент говно, и типа гомункул в разы пизже, то я бы к этому отнесся значительно лучше, чем... Потому что это дело в том, что он от чистой души, типа, маргинал, вот... Как бы я смотрю контент, почему бы тебе не снять видео про гомункулы? По-моему, охуенно. Это сейчас тема популярная. Ну тогда она была. Он не в этом смысле подумал. Он подумал так: маргинал там что-то умный, а гомункул это что-то с наукой там. Он подумал, что это будет как-то это. Понимаешь, это из твоего мира. Так сложился пазл в голове у свиньи. Смотри, такой вопрос. Смотри, все обиделись на тебя из-за практически шуток из змеиного клубка. Хованский обиделся из-за шутки какой-то хуйни вообще непонятной. Это даже шуткой нельзя назвать, потому что он еблан. Кузьма, по большому счету, обиделся, потому что он сам еблан, и ты просто начал шутить, точнее, допускать шутки в его сторону. Даже, мне кажется, не то чтобы сам начал, а допускать начал. Не кажется не, ли я, тебе... я в какой-то момент, ну хорошо, окей. Ради хочу окей. сказать, что я тогда довольно жесткий. Ты говоришь, что ты ничего не имеешь против змеиного клубка, но как же так получается? Змеиный клубок, они как раз-таки иллюстрируют тебе все те пороки, блять, которые, собственно, мы все и ненавидим. Это, блядь, какая-то обидчивость, тупость, глупость, блядь. При том, что люди находятся в интернете хуй пойми сколько, они умудряются обижаться. Да, на... я, конечно, против таких вещей, безусловно, но я не могу дико негативить на всех людей в интернете, которые обижаются на хуйню, потому что таких подавляющее большинство, к сожалению. То есть люди, которые действительно не обижаются на хуйню, это люди из нижнего интернета в основном, и они популярными не становятся, к сожалению. Популярными становятся всякое быдло ебучее. Вот, ну, тут ничего не поделаешь с этим, это нормально абсолютно. Претензий у меня к ним нет, в основном потому что, ну, у меня с ними не были замешаны деньги, это во-первых. Во-вторых, у нас не было каких-то доверительных отношений никогда, которые они бы взяли и разорвали односторонне. Да? То есть, если там не замешаны деньги, никакие вообще абсолютно. То есть, я у Юлика, короче, лет 6, наверное, я хуй знает когда, купил, короче, рекламу давным-давно за 500 рублей. Вот. И он вставил эту рекламу, ну, он тогда скетчи делал про пальцы в жопе, там, всякую такую хуйню, вот, и, ну, что, ну, сделал рекламу, то есть 500 рублей не зажопил, у меня никаких претензий нет, то есть никакие деньги я ни через кого не крутил. Есть люди, которые с самых давних времен имеют претензии к Кузьме по поводу Евы ФМ еще. Значит, да, такое существует. А что там случилось на Еву? Не знаю, свечку не держал, не берусь пересказывать. Говорят, он какие-то деньги зажопил, я не в курсе. Меня тогда не было в интернете вообще. То есть пока существовало вообще «Спасибо Ева» и «Ева ФМ», меня не было как медийной личности. То есть да, даже... ну, я не знаю, я даже тогда идиотские школьные обзоры свои делать, наверное, не начал. Поэтому, да, это какая-то древняя тема. У Артификса была какая-то претензия к Кузьме по поводу того, что Артификс для него джингл написал, а Кузьма задерживал плату за него. Но это, опять-таки, это Артификс. То есть у меня таких претензий к Кузьме вообще нет. Значит, как бы он мне не должен денег, я ему не должен денег. Никаких доверительных отношений он не разрывал. Просто у меня один раз давным-давно рвануло срака. Вот. Ну и к тому же, когда человек негативно реагирует на какой-то мем, ну, это надо дожимать дальше. То есть, ну, как бы, это моя принципиальная позиция. Это не какая-то месть или еще какая-то такая хуйня. Вот у меня, например, нет совершенно никакого
негатива к Хованскому, опять-таки. Но я же шучу про ядерную братву, блядь, очень довольно резко. И про всем привет, с вами Юлик и Кузьма Гридин, и сегодня мы будем дегустировать очко Хованского и так далее. А что, они даже на такую хуйню обижаются? Ну, да, там, наверное, это скорее всего, была постирония. Я надеюсь, что это была постирония, иначе это совсем пиздец. Вот. А, но против, ну, типа, то есть, вот это вот дожимание, это не какая-то тактика, или там, блядь, месть охуительная, или еще какой-то пиздец. Это просто естественная абсолютно реакция. Как вот был такой фильм «Глубоководная звезда 6». На него еще Террел Кейбот обзор делал, по-моему. Там типа подводники по тискафе, они что-то исследуют. Потом на них нападает какая-то хуйня, а в конце выясняется, что это просто какая-то водоросль реагирует на свет. И типа это даже не животное, которое на них охотится, а просто, блядь, растение ебучее, которое типа увидело свет от батискафа и накинулось. Ну вот, в принципе... А также действуют и школьники из нижнего интернета, а также, в общем-то, действую и я абсолютно. То есть, если оказывается в воде какая-нибудь капля крови, то сразу люди сбегаются. Так, слушай, это, Марго, я буду тебя иногда прерывать, ты иногда за тебя заносит, иногда слишком глубоко. Смотри, ты в курсе того, что я на Хованского хочу в суд подать в Калифорнии? Бля, нет ничего более идиотского, чем судебные разбирательства по интернету. Мне кажется, что нет более, ничего более идиотского, чем страйки. Это самая отвратительная полная хуйня. Даже они это прикрывают там шуткой, какой-то постиронией. Мне кажется, самая отвратительная хуйня – это страйки. И за страйки, блядь, нужно обоссывать людей, мне кажется. И вот, мне кажется, что... Как ты думаешь вообще, какова вероятность, что иск рассмотрят в Калифорнии? Смотри, даже если его рассмотрят, ты не затащишь. Почему? Почему? Потому что, как правило, в таких случаях, потому что в, скажем так, в американская правовая система знает несколько случаев подобных судов. Причем суды не за страйки. Ну, то есть за страйками... За авторские права я видел очень много. Да, было очень много. То есть вот суд, то есть вот иск, который подавал Мэддокс на своего соведущего из подкаста, который они вели вообще в конце 90-х, по-моему. То есть секундочку, донат очень... прилетел. Пограничник, привет, донаты живы. Привет, пограничник. Ребят, задавайте вопросы мне или нашему гостю в донаты, любые вопросы. Ребята, участвуйте. Спасибо, пограничник, что ты на стриме смотришь. Привет тебе. Приходи тоже на стрим. Так, сказал привет, пограничник, и включилась Siri. Ну что, что по поводу суда? Договори. Да, ну то есть вот был подкаст в конце 90-х, его вели там человек с никнеймом Мадокс и еще там какой-то крендель, блядь, там. В общем, короче, Мадокс подал на бывшего ведущего в суд, бывшего своего соведущего, и причем несколько раз. То есть один из исков был на тему того, что его назвали каколдом, кем он не является, это клевета. Ну и в итоге получилось так, что в ходе рассмотрения этого иска суд постановил, что это не клевета, и отчасти потому, что, как бы, блядь, он каколд. То есть, как бы, события, которые описывались в том, что его назвали каколдом, они имели место, поэтому даже если он буквально не каколд, суд как бы признал его... То есть, это первый случай в истории в итоге получился, когда суд признал человека каколдом, блядь. То есть, ну, типа, я не знаю. Нет, это не входит никакое сравнение с тем делом, которое я хочу завести, да, с тем исковым процессуальным процессом, который будет возбужден в ходе того, как я полечу вместе с нанятыми мною адвокатами, после того, как мы на донатов наберем бабки. Это совершенно другая хуйня. Здесь речь конкретно о возможности, об инструменте, который предоставляет мне Google. Если человек на меня кидает страйк, он подписывается... и ставит свою подпись под тем, что за неправомерные страйки он может нести ответственность в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки. И здесь как раз-таки, мне кажется, что в этом случае, а так как Хованский кинул и второй страйк, то есть это два, их оба отклонил YouTube, и
отправил мне письмо, в котором мне сказал, что вы можете обратиться в суд США. Я считаю, что в этом случае как правосудие на моей стороне, потому что нарушения авторских прав действительно не было, а с его стороны было действительно использование неправомерных, да, он пользовался брешью Ютуба для того, чтобы снести мой канал, ударить по моему бизнесу, он нанес мне вред, я не мог стримить больше там 2 недель. Мои ролики. Нет, смотри, с одной стороны, я, конечно, охотно одобрю это действие, потому что мне интересно будет за этим следить. Но с другой стороны, я считаю, что не выгорит эта хуйня ни в каком виде. Ну да, у многих на эту тему скептицизм. Я настроен положительно в этом смысле. Так, сейчас прочту донаты. Лица Марго не будет, Пипипонна 100 рублей. Пипипонна, спасибо за донат. Лицо Марго уже есть, все в порядке. Единственные иконки скайпа, но они не убираются, потому что это скайп. Ебала, на самом деле. Ваня Морин. Почему ты твиты — это бездарность, которая делают деньги на быдле? Короче, поясни. Ром Механик, прожектор Ром Механика, это проект, я Озона включаю всегда на ваши подобные вопросы. Прожектор Ром Механика — это на самом деле первое критическое шоу на Ютубе. Я начал с Антона Логвинова, и только потом появился проект Ларин Против. Соответственно, если я, в принципе, у кого-то и что-то копипастю, то только у себя самого. Так, Марго, у меня следующий вопрос был какой-то к тебе. Так, что я хотел у тебя узнать-то, блять, что-то такое. А, по поводу Майкла Джексона. Вот у меня сегодня вышел ролик на эту тему. HBO, слышал, фильм выпустили? Да, там пиздец полный. В каком плане пиздец? Ну, полная хуйня, потому что Майкла Джексона оправдали, значит, по всем вообще претензиям, я хочу сказать. То есть, это... Ну, понятно, что человек умер, можно его обосрать уже как угодно, потому что там его, как бы, блядь, родственники, понятно, какого они этноса, что они тебе, блядь, сделают в суду. Поэтому начинается вот эта хуйня, блядь, когда засирают знаменитость для того, чтобы самим подняться, это, типа, известная абсолютно практика. Ну, как бы обосрать можно кого угодно. Я не фанат Майкла Джексона. Я, блядь, кроме гладкого этого криминала, песен не знаю его, в принципе. То есть мне-то, в общем-то, похуй. Но, типа, по факту он не ебал детей. Ну, суд признал, что это так. Я, конечно, не верю в это. Мне кажется, что суды, они везде продажные, собственно. А Майкл Джексон — это один из самых богатых людей, блядь, на тот момент являлся, по крайней мере, когда они проходили. Я верю показаниям этих детей. Они... Нельзя такое придумать. Колокольчики, блядь, в коридоре. Такие детали, блядь, никто не может придумать. Ну и Майкл Джексон и его эскорт с детьми по турам, блядь. Это общеизвестный факт. Он даже сам признавал, что он спал, блядь, с ними месяцами в одной постели. И куча свидетелей этой хуйни. Здоровый мужчина просто не будет такой хуйней страдать. Ну, он не... Чувак, здоровый мужчина не будет себе кожу с лица делать белой. Он не делал такого. Это у него витилиго, блядь. То есть... У него витилиго болен, он не сам свою кожу красил. Он просто, блядь, когда у него уже развивалась эта ебучая болезнь, он начал подкрашивать участки кожи, потому что у него уже большая часть кожи была белая из-за этой болезни. Соответственно... Илон Маск, 666 педофил. Рублей. Педофил. Илон Маск, спасибо большое за большой донат. Обожаю тебя. Короче, по большому счету, я здесь с тобой не согласен, потому что, блядь, ебаный в рот. Только вдумай, сколько свидетелей было от этой горничной, которая в конце начала сливаться, говорить на то, что она этой хуйни не делала. Это же большое разрывное дело, на самом деле, в Штатах. И не просто так, блядь, вызывает столько споров и срачей. Мне кажется, это имеет большой вес и в культурном плане. Не, на мой взгляд, это яркий пример фейк-ньюс. То есть это вот типичная ситуация, когда из-за того, что новостные каналы, они обязаны что-то ебошить 24 часа в сутки, но они 24 часа в сутки обязаны новости показывать. Они должны какую-то хуйню выдавать просто на гора. Поэтому, когда выдается какая-то такая срань,
про разговор Трампа с Путиным, блядь, еще какой-то сраный бред, то... Ну, так и же наоборот, надо... получается, что ты живешь как массово... в теории заговора. Кстати, к нам Озон 671 есть. Нет, никакого заговора, блядь, где про заговор говорил? Какого заговора нет, блядь, это не против Трампа, звучит. Не против Майкла Джексона, это просто, блядь, новости так устроены, что типа там без говна не получится. Никак. Так, к нам на стрим пришел Озон, Озон, привет. Привет, механики Uber Marginal. Uber Marginal, это реально Озон, он пишет, но он, наверное, имел в виду Uber Мандагрыл, как любит говорить Озон. Мы любим Озона. Ты в первом дивизионе, Uber Marginal, у Озона в группе, посмотри таблицу. Вопрос к механике. Ты в курсе, да, что ты в первом дивизионе у Озона? Да, охуенно. Ты знаешь, что такое первый дивизион? Я в душе не ебу, мне это не интересно. А Озон составил список стримеров, топ-стримеров, и у него есть дивизионы, и ты в первом, то есть ты поднялся, ты молодец, по версии Озона ты крутой стример. Озон, просто почему меня нет в первом дивизионе? Вопрос механик. Механик, Юлик, он же пидорок. Что за хуйня? В субботу у Озона стрим, и механик, никогда не шути по поводу 10 тысяч доната, а то Russian Power пошутил 50к в дед, обещал мне кинуть, а сам обманул, спасибо. Я, честно, Озон, со всем уважением, я мало что понял из того, что ты написал, но так уж и быть. Так, смотри, то есть ты считаешь, что, блядь, там было интервью, ты... полностью фильм смотрел или ты даже... Там интервью просто очевидцев. Это, блядь, не доказательство нихуя. Я не знаю, вы как бы в курсе или нет, но типа... Показания главных свидетелей в суде рассматриваются как доказательство. Да, но суд-то признал его невиновным. Суд признал его невиновным в 90 каком году? В 97-м там или 2003-м? Там 14 было процессов. 14 процессов, но главные свидетели, но главные свидетели, а именно это вот этот Вейт Робсон и второй этот Сейфчик, они, ну, по крайней мере, Робсон дал показания за Майкла Джексона. Он сказал то, что его никто не трогал, потому что он являлся жертвой насилия и сам того не понимал. Макалей Калкин, видимо, Макалею Калкину нравилось ходить с... распечатанной попкой, я в душе не ебу за судьбу Макалея Калкина. Но факт остается... То есть показания одних чуваков, они хуйня, показания других... Не-не-не, вот именно, что показания других детей. Слова там... каких-то одних школьников против других они школьников. Уже не школьники, типа, во-первых, но там было показано. Типа, там были показания детей. Типа, я не знал, что меня ебали в жопу. Слушай, я не знал, что это плохо, блядь. Я в попу трахал, блядь, разукрашенный негр. Я не знал, что это плохо. Сейчас я только вырос, узнал на самом деле. То есть это очень странные какие-то изнасилования. Это все пиздец. Не, послушай, там мне кажется, что ну немного с твоей стороны. Ну, на Ютубе ты можешь говорить все, на что угодно. На мой взгляд, он вырос, он понял, что за это можно срубить денег. Ой, это и внезапно такая, блядь, вспомнил, клишированная что, мысль. Клишированная мысль, блядь, то, что вот он вырос, что вспомнил. Оказывается, по большому что, оказывается, счету, его в детстве трахали в сраку. То есть, по большому счету, он решил так, и он решил об этом рассказать только после. У него хватило смелости об этом признаться даже самому себе, только так, после того... хватило смелости подать иск многомиллионный, да, заявить. Он не подал иск, он сначала просто в интервью в 2013 году об этом сказал. Короче, похуй, я понял твою точку зрения. Как ты относишься к музыке Майкла Джексона? Можно никак. Кикнуть гостя за 5000? Никак. Убер Маргинала за 10 кусков названиям... кикаем Убер Маргинала. Изи. Никак не отношусь, я даже по названиям знаю только две песни и мелодии их не помню. То есть Триллер и Smooth Criminal, и все. Я не ебу, что там, блядь, было в плане музыки. То есть мне как-то похуй, я такое не слушаю в целом. А как тебе, окей, из таких громких дел еще, про что я знаю, про что я в курсе, это, мне кажется... даже еще громче, чем дело Майкла Джексона, это дело О. Джей Симпсона. А здесь что ты думаешь? Его что же оправдали? О. Джей Симпсона, но... Его оправдали, но он потом спалился. Это долгая история. Ну, О. Джей Симпсон. Ну, блядь, Симпсон, как так получилось? Ты же только что говорил, что в суде Майкла оправдали, значит, все охуительно.
И у меня не было претензий, пока он обратно не спалился. Но в Википедии посмотрите, короче, чем закончилось. Ну, ты... есть, кстати, прикольный сериал вышел про О. Джей Симпсон. Так и называлось. Дело О. Джей, по-моему. Или еще как-то так. Не, ну по большому счету, судебная ошибка, блядь, убийцу выпустили. Это даже не ошибка, то есть, блядь, адвокату вывезли О. Джея. Из такой залупы, ты понимаешь, что этот долбоеб, он буквально там чуть ли не написал ручкой, что это я ее ебнул. Но вот как работает судебная система в Штатах, и по большому счету преступник может выйти на свободу. Так вот, почему ты так не думаешь про Майкла? Нет, просто почему ты не сопоставляешь У него обвинений больше, его оправдали по большему количеству обвинений, это во-первых. Во-вторых, у него и денег больше, чем у Джей Симпсона. У него и денег больше, чем у Джей Симпсона. Да, ну смотри, суды, они покупаются не так, как покупается, блядь, кукуруза консервированная в магазине. Ну я примерно представляю, как это происходит. То есть для того, чтобы кого-то подкупить, там, во-первых, изначально желательно иметь какого-то знакомого. Ты в курсе, сколько людей получало деньги за один, блядь, тур Майкла Джексона, где он мог за тур вывести больше 50 миллионов долларов? Блядь, он за один тур мог вынести 50 миллионов долларов. Ты в курсе, сколько людей кормилось с этого всего? И в том числе политиков, в том числе... блять, людей из судебно-правовой системы. Ты просто представляешь, да, это понятно. Какая-то махина, но, блядь. Так, у Берни Мейдоффа было значительно больше денег, то есть человек наебывал просто мировую финансовую олигархию просто, блядь, всю жизнь. Ну чё, он сидит, но у него сколько, 8 пожизненных? Помимо этого, ты общественное мнение, знаешь, как сильно влияет на судебный процесс? Пиздец как. Майкл Джексон. Понимаешь, как когда ты пожилой судья, и, как перед тобой негр, поп-звезда, там общественное мнение, оно особо не играет. Ну, хуй знает, его разорвали на части. Я сомневаюсь, что какой-нибудь судья, он сидел, блядь, слушал там Майкла Джексона, нахуй. Ну, типа, камон, музыка для плебеев, я сомневаюсь, что судьи такое слушают. Блять, а что судьи слушают? Судьи такое слушают. Ну, классику какую-нибудь. Да все, ладно народ. Тебе, блядь. Все-таки люди высшего порядка, камон. Люди все разные. Для того, чтобы выучиться на юристов в США, это целая история. Это не как в России, чувак. Требуется изначально иметь, конечно, огромное количество денег. Там дикие абсолютно тесты. То есть это как на врача выучиться в той же Америке примерно. Так потом еще надо работать пиздец сколько лет, чтобы еще судьей стать. То есть поэтому они все старые, собственно. То есть не, это отдельная прослойка людей. Конечно, бывают продажные судьи, но это, как правило, в маленьких судах. Бывают политизированные судьи. Это, как правило, в Верховном суде. Ну, короче, вот, просто мне непонятно. Ты просто становишься на сторону, блядь, насильника, а не жертвы. Это, типа, такая практика общепринятая в России. Я думал, что человек... Нет, сначала докажи, что он насильник, а потом уже... Ну, потому что если его обвиняют... А как доказать? Тебе видосы, что ли, нужны, как он детей ебет? Я не знаю. Или что? Что должно было быть? Слушай... Ну, в жопу он никого не трахнул. Ну, пока что доказательств вообще нет, потому что ребенок, который вспомнил через хуй пойми он сколько лет, что выебали в очко, это полная хуйня. Ты не смотрел фильм, поэтому так утверждаешь. Ты не знаешь. Ты психологию жертвы насилия не выкупаешь просто. Потому что да, ты, психология, да. Ты не жертва. Он не в курсе был, что его в попу ебали, я понял твою позицию. Его не ебали в попу, он был в курсе, но просто не смотрел фильм. Ты не в курсе о психологии жертв насилия и как вообще проходит как проходит принятие факта насилия. Как проходит людей, я в курсе психологии людей, которые нихуя ничего не добились и хотят стать известными за счет дохлой поп-звезды, блядь. Это, по-моему, это мне гораздо более очевидно.
Ну, хуй есть, знает, какие бабки должен был поиметь, блядь, с фильма от HBO, чувак, который, блядь, Цирк Дю Солей танцы ставил, блядь, чувак, который Бритни Спирс танцы ставил, чувак, который, блядь, и так востребован, хуже некуда сидеть на камеру, говорить о том, что там он залупой, блядь, по соску кому-то водил. Да-да-да. Никто не знает чувака, который танцы ставит, блядь, в Цирк Дю Солей и так далее, еще в какой-то, блядь, сране. ВЗ, чат требует Озона на стрим. Известность это другое. Я сниму фильм, где расскажу, что механик ебет детей. Пожалуйста. Если ты будешь говорить о том, что я тебя выебал, это будет замечательно. Пожалуйста, останови тему с Джексоном. У тебя недостаточно аргументов, лучше вовремя соскочить. Фанаты Джексона — это тупые пидорасы, я считаю. Оправдывать насильника — это конченые долбоебы, блядь. И есть фильм, 4 часа, можете смотреть, там есть показания жертв насилия. Показания жертв насилия. Да, я больше скажу. Для европейской премьеры фильма, там, блядь, половину сцен вырезали, в Европе он 3 часа всего идет, потому что они не смогли вывести за половину этих охуенных интервью, блядь, которые они там приводили. Не факт, говорят, то, что просто он там, блядь, по телеку бы его не прокрутили, это вот эту хуйню выдумывает сайт michaeljackson.ru. А вы в курсе, что в Европе его вообще, блядь, убрали 30 минут, там же там его разъебали? Это я читал на сайте michaeljackson.ru, мы любим я Майкл. Я не хожу на сайт Майкл. Ну, я не знаю, где ты это вычитал, но в основном это там, знаешь, типа Ангелы Майкла есть еще. Я смотрел эти сайты, Ангелы Майкла, Майкл Джексон. Я не знаю, зачем ты смотришь эти сайты. А я просто после фильма начал гуглить, узнавать про эту историю, и первые вкладки, которые об этой истории были, блядь, это были сайты michaeljackson.ru и Angels of Michael. Я как не доверяю этим источникам, потому что там это не публицистический текст, потому что иногда там автор зачем просто... Ты их читаешь? А? Ну, мне было интересно разобраться поглубже. Я посмотрел фильм от HBO, блядь, и мне стало так, блядь, мне нужна какая-то другая точка зрения. И я пошел, блядь, читать другую хуйню, узнавать из других источников другую информацию для того, чтобы снять ролик на эту тему и для того, чтобы в стриме об этом поговорить. Потому что, ну, мне кажется, это такая громкая история, блядь, это то же самое, что история О. Джей Симпсона. И это интересный, блядь, факт, это, блядь, охуенный такой прецедент, когда лидер мнений, ебанутый, обвиняется, наверное, в самом, блядь, непринимаемом обществом, блядь, пороке. И, соответственно, мне кажется, это охуенный прецедент. Короче, я полез и на сайте Angels of Michael, там, или как так называется, там автор начинает свой публицистический текст в таком хорошем журналистическом стиле. Он пишет: вообще с 1984 года Майкл и его семья. А дальше, когда он пишет, и дело доходит уже про Вейда Робсона, про этого самого, который дает против Майкла показания, автор уже срывается: да этот хуесос конченый, да он пиздит на моего Майкла, да Майкл охуенный. Я, блядь, чуть не взорвался. Я будто бы, знаешь, начал читать, блядь, там, я не знаю, Нью-Йорк Таймс, а в итоге закончил Луркморем, блядь, каким-то ебучим. Так что это такая вот достаточно. Вот эта инфа про Европу и вырезанные там полчаса фильма, это забавно, конечно, для посетителей сайта Ангелы Майкла. Озону на стрим, куча подписоты придет с хайлайтов. Ребят, ну я не знаю, Озон придет на стрим или нет. Мы же не будем сейчас уговаривать, блядь, Озон. Он типа обычно просит косарь, полтора. Да, Озон просит большие деньги за то, чтобы прийти, типа. Озон на самом деле дорогое удовольствие. Я за косарь, за полтора можно шлюху в Москве заказать. И то веселее будет. Спросил Марго про Осада Уэйка в США. Знает ли он про это что-то? Про Осаду Уэйка я знаю. Илон Маск, 666 рублей. Предыдущий донатер тоже педофил. Илон Маск, огромное спасибо, дружище. Расскажи, я не знаю, кто такой Осад Уэйка. Только секундочку, я схожу за сигаретой. Ну, в городе Уэйка, штат Тексас, там... Значит, была секта, ну как секта была, не только там, ветвь Давида, значит, у них там был компаунд,
И там сидели, короче, всей сектой. Там, женщины, дети. Вот. Ну и самый, собственно, главный их человечек тоже там был. Ну, а понятное дело, что это не очень хорошо, когда такое происходит. Что там оружие было полно, так там еще и неправильное отношение, значит, неправильное обращение с несовершеннолетними и так далее. Ну, значит, федеральное правительство, оно просто своей милитаризованной мощью нахуй все сравняло с землей. В общем, там ситуация, как в Нордосте была примерно, когда убивали огромное количество абсолютно мирных людей. Это, в общем, до сих пор вспоминается как яркий пример агрессии федерального правительства по отношению к самоорганизующимся мирным гражданам США. Но в то же время хотелось бы заметить, что эти самоорганизующиеся мирные граждане в случае секты Ветвь Давида, ну, это была тоталитарная секта. От которой детей, в общем-то, в школу не отдавали, и сами их тоже нихуя не учили. Жили в каком-то говне, значит, в компаунде, в огромное количество людей, просто в очень большом доме. Все в говне, блядь, с кучей оружия. То есть, ну, это неправильная вообще обстановка для того, чтобы детей растить. Отобрать у них этих детей никак не получалось. Виктория Меднес. Рома, для тебя даже 100 рублей не жалко. Передай Маргуше, что он прекрасно выглядит. Тебе Вика Меднес передает. Это видеоблогерша известная. Спасибо, она была у меня на стриме. У вас это романтические пост... отношения какие-то, я заметил, пишут, да? Безусловно. Пишут, это же Postal 2. Да, Postal 2, миссия с дядей Дэйвом, она именно основана на осаде компаунда Вейка. Собственно, да. Слушай, Маргинал, а что ты думаешь по поводу секты 7? Не знаю такой секты. Основанную самым известным маньяком в США, самым жестоким, как его зовут, этого, со свастикой на лбу, Чарльзом Мэнсоном. Чарльз Мэнсон, ну, я придерживаюсь теории, что он никого не убивал на самом деле. Ты про секту Семья, да? Семья, ну, 7, да, она еще называлась в узких кругах. Короче, я не разбираюсь, вот, то есть, ну, типа, я вообще придерживаюсь альтернативной теории, но мне не интересно это обсуждать. То есть, ты смотришь сериалы? Смотря какие. Что ты смотришь? Netflix смотришь? Ну, иногда на Netflix что-то смотрю, да. А что ты смотришь? Я думаю, это интересно. Я часто советую сериалы. Да много чего. Я смотрю много сериалов, на самом деле. Ну, например, то есть... самые топовые, давай топ-5. Потом я самый скажу. Топовый, блядь, мне сложно назвать самый топовый сериал, я их очень много видел, наверное. Ну, первый сезон «Настоящего детектива» был топовый, на мой взгляд. Концовка абсолютное дерьмо, мне кажется. Концовка мне не зашла, да. Но в целом сезон хороший. Я его два раза смотрел, наверное, посмотрю третий. Что еще я смотрел, в принципе, вот которое было бы реально топовое, блять, реально хуй знает. «Фарго» был хороший сериал, первые два сезона. «Фарго» гениальный сериал, да. Давным-давно был сериал «Тысячелетие», еще в 90-х, был хороший очень. Тебе нравится мне «Черное зеркало»? Не, я дропнул на третьей серии. Почему? Короче, нудная хуйня, блять. Я, во-первых, фантастику не люблю. А во-вторых, не фантастика, это... «Черное зеркало», это остросоциальный проект. Это остросоциальная фантастика, типичная, ну... обычная. Фантастика вся такая, она всегда, блядь, там пишут про каких-то роботов в санах, а на самом деле это символизирует какую-то хуйню в голове у автора либерала. Вот, крепко насранную хуйню. Вот, то есть, какая хуйня. А тебе Звягинцев тоже не нравится, да, насколько я знаю? Ну, Звягинцев мне не из-за его месседжей, которые там якобы есть, не нравятся как раз. Там, если бы там были либеральны, как гоблин, как это на тупичке называют, либеральные помои. Если бы там были либеральные помои, это было бы лучше. Но в «Левиафане», например, вообще нихуя нет. Я смотрел, я типа, у меня даже нет претензий, как у Баженова, короче. Ну, я смотрел обзор Баженова. У Баженова тоже нет претензий, у Баженова просто высер. То есть, как бы,
у Бабажинов нашел там какую-то хуйню, чтобы там засрать что-то. Я смотрел, я охуевал просто. На экране нихуя не происходит, блядь. Пиздец, сколько времени. Просто, блядь, нихуя абсолютно. То есть, если взять какой-нибудь дурак Быкова, да, он, по сути дела, про то же самое, но он, блядь, динамичный. Там, блядь, движется что-то на экране хотя бы. Звягинцева я, блядь, вообще не понимаю, нахуя, в принципе, такой снимать и смотреть? Чё там ты интересно? Ты смотрел на Netflix «Стиль» сериал? Какой? «Стиль». «Стиль»? Наверное, нет. Это самый, наверное, пиздатый сериал вообще на Netflix, который ныне существует. Вышло, правда, только 3 серии пока что. Обо что? Ну, там тоже такая социальная драма. Но это больше про, блядь, молодежь и всю хуйню. «Стиль» — это гениально вообще. Ну, я, короче... Советую тебе посмотреть, на самом деле. В оригинале как назывался? «Стайл», он так и назывался. Не знаю, не в курсе. Это, видимо, совсем не моего типа сериал. Не-не-не, я уверен, тебе чувак, понравится. Чувак, я смотрел все сериалы по Марвелу от Netflix, например. Вообще все, какие были. То есть, ну, чисто, чтобы ты понял, вот какую хуйню я смотрю по большей части. Я люблю, когда на экране что-то шевелится. Я не люблю статичные кадры, мне скучно становится. Я, блядь, мобильник начинаю хуярить. То есть, «Левиафан» — это весь фильм, который можно просидеть, просто играя в Candy Crush, нахуй. Потому что там, блядь, на экране ни хера не происходит. Такой потом внезапно, о, бля, мэр снова появился. Хе-хей. А, не, все, все, пока. Снова, блядь, мобильник. Потому что, типа... Я реально не понимаю, что там такого? Генитально. В смысле генитально? Генитально смотрел сериал? Нет, наверное. Это... Как назывался в оригинале? Он так называется, это российский сериал. А, российский? Я российский сериал не смотрю, чувак. Я «Метод» смотрел. Ну вот, вот там генитально от Быкова же, блядь. Ну типа не от Быкова, просто он продюсировал эту хуйню. «Каратель», кроме... Посмотри «Стиль», на самом деле, на Netflix, «Стайл», и «Генитально». На мой взгляд, если в кино, блядь, никого не убивают, нахуй, то смотреть незачем, потому что... «Генитально» в каждой серии убийства, новое расследование, угу. Детективное, попизже, чем «Настоящий детектив» и «Шерлок». Ну, хуево знает, короче, не знаю. Просто, на мой взгляд, когда в сериалах никого не убивают, и в кино смотреть там нечего, потому что ставки низкие слишком, персонажей на кону ничего не стоит абсолютно. То есть я не люблю сериалы про бытовые какие-то проблемы, когда какая-то баба переживает, что, блядь, она не может замуж выйти или еще какая-то хуйня, потому что... Или с работы кого-то, кто-то боится, что его с работы уволят. Типа, нахуя, блядь, нахуя смотреть на экране, у людей проблем нет настоящих. Я люблю сериалы, Декстер. Когда там, блядь... Как тебе Декстер? Декстер был хороший, но... Ну, с натяжкой можно сказать, что до 4-го сезона включительно. А четвертый сезон – это самый лучший вообще сезон, мне кажется. Он же побил рекорды, по-моему. Даже бой Майка Тайсона смотрело меньше народа по телеку, чем последнюю серию Декстера. Это был лютый разрыв. За «Зеленую книгу». Я не смотрел «Зеленую книгу», кстати. Стоит смотреть, я не знаю. Ты смотрел? Не смотрел, но это «Оскар», блядь, оскароносный, по-моему, фильм, значит, говно. То есть это, типа, сразу можно не смотреть. Если фильм получил «Оскар» или был номинирован на «Оскар», то номинация должна настораживать. Если он получил «Оскар», то сразу хуйня, я тогда не смотрел. А почему? «Спотлайт» в центре внимания. В центре внимания... Про фильм «Расследование» про педофилию в католической церкви. Про педофилию. Ну, это документальный фильм, типа, это немного другое. Ну, он сделан как художественный, он больше художественный, чем документальный. А, он художественный, но я не смотрел просто, все равно. Просто на реальных событиях. Документалка это... Ну, типа, я в курсе, что католические священники ебут детей, как бы, там... Это особо не очень спорный момент. А, так, окей, тогда ты перечислил, получается, «Фарго», «Настоящий детектив», первый сезон, «Стиль» ты не смотрел пока что, что еще?
Я много смотрю сериалов. Мне сложно сказать, какой топовый, какой, блядь, не топовый. То есть из русскоязычных сериалов реально, на мой взгляд, вот те, которые русскоязычные, именно, по-моему, «Метод» — это реально топовый сериал. Ну, «Метод» — это же калька на «Декстера», насколько я понимаю. Да, они все кальки друг с друга. Потому что если взять любой американский сериал про, блядь, охуительного, гениального персонажа, там либо спизженный такой же «Хаус», либо «Декстер», либо Монг, блядь, все смотрел, кстати. Вот. «Менталист». Кстати, вот опять-таки был сериал «Менталист». Ну, как, разве можно более вторичного персонажа придумать вообще, чем главный герой сериала «Менталист»? Ну нет, это спиженная хуйня. То есть, по большому счету, эти все сериалы, они так же друг у друга все пиздят, и это абсолютно нормально. И я не считаю, что в «Методе» персонаж Хабенского – это четко спиженный Декстер. На мой взгляд, там смесь, потому что там спижено с множества разных «Метод» персонажей. «Метод» – это полное говно, я считаю, это несмотрибельно абсолютно. Не, на мой взгляд, спиздили с Декстера и с «Доктора Хауса» одновременно. Я «Метод» не осилил, это абсолютно полная хуйня. А, гений. Не, про маньяков. Мне про маньяков интересно просто. Ну, про маньяков мне тоже интересно, да, но, блядь, типа, когда существуют всякие охуительные фильмы, когда ты смотрел Финчера, когда ты, блядь... Ну, это американское, понимаешь, тут сразу надо давать, это как называется-то, блядь, сразу надо давать делать скидку на то, что это российское, понимаешь? Потому что, ну, в России до сих пор в ходу сериалы, типа, ну, вот как, знаешь, из вот этой ВБМки старой, типа... А, там, как бы, да, она любит тебя, да, она не любит тебя, да, я люблю тебя. Я этого актера в метро встретил, которого любят. Я его в метро встретил в Москве, охуел, на Арбатской. У него прическа все та же. Гений Поросенков. Поросенков, блять, это смесь Панасенкова и Кузьмы пишет. Что думаете о «Карточном домике», особенно первые сезоны? «Карточный домик» — это охуенный сериал, но они пошли на поводу у всей этой истерии вокруг Кевина Спейси и убрали его из последних сезонов, поэтому я не стал это говно досматривать, ебучее. Если я, блядь, конечно, не поддерживаю Майкла Джексона и считаю, что он пидорас и педофил, но смысл в том, что вот сейчас любят там, убирают из «Симпсонов» Майкла Джексона, музыку, блядь, его убирают откуда-то, убирает там из титров людей. Я считаю, это неправильная хуйня, это переписывание истории, пошли в пизду. Поэтому я «Карточный домик» из-за этого не стал досматривать, посмотрел 3 сезона и выкинул нахуй, когда услышал про Спейси. ВЗ, 100 рублей, спросил у Бармаргинала насчет либертарианства. А что у него спросить насчет либертарианства? Я не сторонник либертарианских идей, потому что я их даже не до конца понимаю, я не могу... Нет каких-то четких позиций у этой идеологии на самом деле, и практически все источники говорят разные совершенно вещи, блядь. И, в принципе, идеологов у либертарианства адекватных по пальцам пересчитать, современных уж совсем нет. Что ты думаешь, Убер Маргинал? Ну, либертарианство — это не столько идеология или концепция, сколько, блядь, настрой какой-нибудь. Чтобы правительство не лезло в дела частных людей. То ну есть так это ж можно по-другому называть. Это ж типа... Да это как угодно можно это, называть, да. Тогда не имеет совсем смысла. У механика, да, так. Предложи ему «Охотники за разумом». Майндхантер, да, я Майндхантер. Да смотрел я, блядь. Она унылая, вы реально думаете? Вы реально думаете, что я, типа, не смотрел «Майндхантер», блядь, или там «Поймать унабомбера», или еще какую-нибудь хуйню? Я все смотрел. «Поймать унабомбера» — охуенный фильм, блядь, охуенная документалка, на самом деле. Мне единственное, что не понравилось в «Поймать унабомбера», это то, что, блядь, нихуя не раскрыто, вот почему там этот детектив не любит свою семью. Об этом сказано, но в конце, блядь, не раскрыто нихуя. Куча моментов таких упущенных. Нахуй об этом говорить, если вы это не раскрываете. Пошли в пизду. А мне насрать было на его семью. Я Breaking Bad дропнул именно из-за того, что, блядь, там семью сраную его показывали. Мне так насрать было. Не, ну зачем тогда об этом говорить? Тогда не вставляйте, да. Тогда вот говорить про... И Уна Бомбер — это не маньяк, это террорист, я считаю. Это не похоже на маньяк. Да, я рекомендую как бы не сериал, я манифест Уна Бомбера рекомендую прочитать. Вот это охуенная вещь. То есть
сериал туда-сюда, там нормально, да, там хорошо сыграл этот, как его, Пол Беттани, или как его зовут. Попроси Марго вот объяснить свою любовь к фильму «Фарго». А «Фарго» — это охуительный сериал. Фильм, конечно, слабее, чем сериал, я считаю. А сериал просто гениальный, он выдержан и по атмосфере, и по актерской игре, и, в принципе, по месседжу. «Фарго» — это гениально. Я не считаю фильм слабее сериала, хотя я понимаю, почему большое количество людей так считают. Они в разной стилистике выполнены, фильм и сериал. Фильм «Фарго», ну, это такой типичный фильм братьев Коэнов, то есть он больше про картинку. Там нет месседжа, он про геометрию кадра, он про смешные моменты, значит, про красивую музыку на заднем плане. И про то, что снег идет, блядь. Ребят, вы можете задавать вопросы, любые вопросы мне и гостю, развивать любые темы. Мы поэтому обсуждаем сериальчики, потому что это сейчас популярно и, в принципе, всем интересно, что посмотреть каждый раз. Я сам, поэтому мы обсуждаем сериалы, пока вы не придумываете новые темы. Да, говори. Да, ну вот, то есть, я, собственно, все сказал про «Фарго». «Фарго» нет месседжа, есть, почему? Он тонкий на самом деле, и в сериале он... Сериал на самом деле очень ироничный. Это больше какая-то сатира, и черная комедия — это не какой-то ебанутый детектив, который хочет смотреть из-за того, что раскроют ли дело, не раскроют, да. кто убийца. Комедия положений, да, как «Вишневый сад», да. Теперь Марго просто пропал из поля зрения из-за того, что хайлайтеры перестали делать нарезки. Марго. Ну, типа, это ваше дело. Не хотите смотреть меня на моих каналах, идите нахуй. А что случилось с Твичом? Скажи, пожалуйста. Я вот просто до конца не понимаю эту историю. Меня забанили. Не, я это помню. Я просто не понимаю, что дальше-то. Если тебе не восстановят канал, ты будешь новый создавать? Или, может, мне восстановят, у меня срок четкий этого бана, но... Если повторится история. Ну, если меня полностью ебнут, я на других платформах тогда буду, потому что будет расторгнут контракт. А на YouTube не хочешь вернуться? Точнее, прийти, так, не вернуться? Так я на YouTube, я в качестве регулярного гостя на канале «Поучительные истории» с тем же расписанием, абсолютно с теми же донатами и так далее. То есть... А почему бы не создать личный канал просто и не разобраться? У меня есть личный канал, у меня пока контракт, я сам стримить пока не могу. А если разорвешь контракт, ты уйдешь на YouTube или на другую площадку? Если меня забанят окончательно на Твиче, я уйду предварительно на YouTube, буду экспериментировать с другими площадками. Но у меня есть несколько планов, которые сейчас постепенно реализуются, про которые я пока не могу рассказывать ничего. Будет понятно, значит, в середине апреля что-то прояснится, к концу весны что-то прояснится, к концу года что-то еще прояснится. Говорить конкретно не могу, иначе, типа, там не только, это не только мое дело, я не могу палить других людей. А мне почему-то кажется, я же знаю, что там на Твиче одним из таких так, решающих чуваков в России является... Мужик из Украины, насколько я слышал, который Мэдисона. Топовый абсолютно. Он не может банить сейчас, кстати, разбанивать. Он в другой команде. Он не мог как-то там повлиять на эту ситуацию, потому что ты говорил много ужасных вещей по Украину на том стриме. Он меня защищал в этой ситуации очень активно, но проблема в том, что он не в модераторской команде, а в команде по связи с партнерами. То есть, а модераторская команда вообще анонимная. То есть ты даже их нигде не найдешь поименно, где там, в каких странах они находятся, что там у них и так далее. Мы вообще не ебем ничего. Я с огромным трудом вышел на человека, который уволился из модераторов, значит, Твича в какой-то момент. Ты знаешь, кстати, что происходит с модератором Твича, когда он отказывается флагать какого-нибудь юзера и на него доносят другие что модераторы? Происходит? Я не в курсе вообще за Твич. Он получает штраф. Значит, штраф в размере 75% зарплаты в данный месяц. Сколько? 75% зарплаты. Нихуя себе. А сколько у них зарплата в среднем? А хуй знает, это неизвестно. Но 75% много, от любой зарплаты это много.
То есть, короче, это полный пиздец, это, блядь, совок. На мой взгляд, отвечу, надо либо менять политику, либо, бля, вообще закрывать русский сегмент полностью, потому что там нет смысла что-то вообще ловить. Но вот этот чувак, который, вот ты говоришь, что топовый украинец, он же, блядь, Мэдисона заблокировал из-за украинофобии, насколько я понимаю. Нет, Мэдисона заблокировали, потому что он битрейт превысил. Там очень прозаичная была причина. То есть, но там... Мэдисон же кричал о том, что это из-за украинофобии, там были твиты. Чувак, Мэдисон кричал так же, как когда я кричал, что на митинг поеду, блядь. Это типа... Это хуйня была, короче, полная. То есть, ну если даже следить за стримами Мэдисона, да, это старая тема, но если даже следить за стримами Мэдисона, которые непосредственно после этого были, он же говорил, чего там, как оно там все разрешилось, они там лично встречались, побухали, блядь, все заебись там и так далее, там все это уладилось благополучно. Это настолько старая тема, что даже неинтересно совсем. Ну, просто я подумал, что за украинофобию Мэдисона заблокировали, и, возможно, этот чувак как-то влиял на твой бан Твича, но, судя по всему, нет. Я просто в Твиче вообще не шарю. Сериалы Уэйн и «Половое воспитание». «Половое воспитание» — охуенный сериал. Это единственный сериал, который актуален про, в принципе, про секс у молодежи. Сериал Уэйн я не смотрел. Какой битрейт, нахуй? Мэтт забанили из-за того, что он вайтру хуесосил. Да, да, охуенно, чувак, блядь, просто заебись. Ты стрим Мэтт смотришь вообще или нет, школьник? Не шаришь за Twitch лор, да, я не шарю за Twitch лор. Я вообще, блядь, к Твичу отношусь очень скептично еще, блядь, со времен, когда все начали туда переходить и стримить всякую хуйню. Я думал, что это платформа, игровая платформа, блядь, мне это не очень интересно. Ты там да. игру врубаешь, да, все время? Ну, раньше так было. Меня в 2016 году на Твиче забанили за то, что я дебаты Трампа с Хиллари транслировал с комментариями. Вот. Но после 2017 года они поменяли политику, там любую хуйню можно, в принципе. Главное, чтобы не нарушать законы и так далее. То есть играть не обязательно. Ты, Рома, что хоррор — это пережиток времени? Нет, хоррор... Хоррор — это самый пиздатый жанр, самый сложный жанр. В этом жанре очень сложно развиваться, я согласен, но напугать наколением саспенса и заставить человека как-то чувствовать себя некомфортно перед экраном взрослого человека, блядь, который не в первый раз в жизни кино смотрит, это на самом деле сложнее. Это один из самых сложных жанров, как комедия. Хоррор и комедия — это два самых сложнейших жанра в кинематографе, я считаю. Драмы легче снимать, детективы легче снимать. Блять, надавить на плак-плак намного легче, чем надавить на смех, блять, вызвать смех или вызвать страх и ужас у человека. Поэтому не, хорроры, просто их мало кто умеет снимать. Поэтому. Что Марго думает про фильм «Шейм»? Или просто хуйня. Не знаю такой фильм. Это фильм, где Фассбендер свою сестру, по-моему, ебет, насколько я помню. Блять, мне настолько насрать. Если они при этом людей не жрут заживо, блять, мне похуй. Типа, серьезно, настолько похуй, что просто вы, блять, охуеете, насколько мне похуй, блять, такой, блять, какого хуя я, блять, буду эту ебель смотреть. Я не смотрю драмы, мне насрать. На мой взгляд, в драмах у людей проблем нет просто. Я не понимаю, зачем это смотреть, в принципе. Вот зачем? Какого хуя? Чтобы что? Если фильмы никого не убили, блядь, смотреть там... Мне вот, например, рекомендовали фильм «Коробка», где, блядь, какой-то хуесос, блядь, как же там... Какой же там сюжет вообще это шел, как блядь? На Уно Бомбера похожая хуйня была, когда он приносит коробку в семьи разные, да? Насколько я помню. Нет, фильм «Коробка», там другое было, блядь. Сука, блядь, чё ж там нахуй было-то? Ёб твою мать, я забыл совсем. Бля, я не смогу сюжет рассказать, я не помню. Ладно, ну, фильм говно на него, просто. Я понял. Если убийства нет, то это полная хуйня. Рома, как-то на стриме ты говорил, что на «Оскар» идут фильмы про вояк американцев, считая это пропагандой. Что думает про это убер-маргинал? Это раньше так было. Сейчас уже у «Оскара» в моде другие тематики, но раньше, да, например, фильм «Снайпер» — это абсолютно пропагандистское говно, и поэтому он там взял несколько «Оскаров». И так было раньше.
Такое говно очень любили Оскар давать. Ну, дерьмо. Типа, блядь, снайпер в Ираке, блядь. А, бля, не коробка, подарок, блядь. Это гифт, да, точно вспомнил. Коробка — это другой фильм, это с Фрэнком Лангелой фильм. Ну, туда-сюда еще. А в подарок, блядь, назывался там этот еще Эджертон играл этот, с унылым еблом, который играл орка в фильме «Брайт». Блядь, такое говно, ёб твою мать. То есть там весь фильм нагнетается атмосфера, как будто, блядь, триллер, сейчас пиздец. Сейчас выяснится, что в подвале, блядь, трупы или рабы, еще какая-нибудь хуйня. И нихуя, блядь, в конце поворот, я сейчас заспойлерю весь фильм, мне насрать, потому что фильм говно. Значит, в конце выясняется, что основной хоррор, основной ужас этого фильма, что главный герой не будет понимать, его ли ребенок у его жены или нет. И все, титр. А, я понял, это подарок фильм. Гифт. Подарок. Да, не коробка. Гифт. Ну да, я только что сказал. Я просто не слушал, я донат читал, да. Там были обзоры старых игр. Когда на митинге начали выступать Айспик, то невольно подумал, нифига себе, сколько Роми задонатили. По скриптам, если будешь делать ролик с комментарием про Джексон, не обсирай слишком сильно. ППС. Спроси у Маргинала про псевдоснаф, если он любит маньячные фильмы. Что за псевдоснаф? Псевдоснаф? Я не знаю. Это, наверное, жанр порнухи какой-то. Это артхаус, может быть, какой-то. Псевдоснаф. Я снаф знаю только у Пелевина и у Паланика. Тян с камеры. 100 рублей. Смотрели сериал «Озарк»? Жесткий и насыщенный. Да, «Озарк» — пиздатый сериал. Платите ли вы оба чаевые? В каких местах? Я да. Я оставляю чаевые. Оставляю чаевые, как правило... когда трачу большие суммы. Когда если я беру только кофе или чай, я не оставляю чаевые. Если я оставляю больше 1000, то обязательно. Ну, или там от 500 рублей, то я обязательно оставляю чаевые. Если человек как бы особо не старался, то есть там, ну, принес мне чай или кофе и все, то есть я от него отъебался и сидел, допустим, в компьютере, то, ну, я не оставляю чай, потому что... Я не вижу в этом смысла. А, возможен ли демон Лапласа в теории с появлением квантовых компьютеров, ростом мощностей и прочей ебельти? Я не ебу, что такое демон Лапласа. И не ебу за квантовую механику, за квантовую физику. Возможен ли демон Лапласа? Какие вы, блядь, скучные. Это типа интеллектуальный вопрос должен быть, наверное. Демон Лапласа — это... мысленный эксперимент такой на тему того, что если бы был, значит, некий демон, а демон тогда означало любое сверхъестественное существо, если бы был некий демон, да, какой-нибудь гениус, который, собственно, был бы в курсе положения любой частицы во Вселенной, абсолютно, то есть знал бы таким образом будущее, настоящее, прошлое одновременно. Вот. Далее можно задавать вопрос в рамках этого мысленного эксперимента, что бы этот демон знал бы и что бы он не знал бы. Вот. То есть часто задаются вопросом про свободу воли и так далее. Я не помню, про чем, каким вопросом задавался сам Лаплас, когда придумывал, собственно, значит, этого демона. Это я уже не помню совсем. Так, госдолг, 100 рублей. Барев, механик. Прежде чем рекламировать свой сериал, сними его полностью хотя бы, а не пару серий, как всегда, урод. Спроси у Марго, как ему сериал «Doom Patrol». Патрол или патруль. Я смотрел, еще он говорил, что было бы охуенно провести твои дебаты с Майнкрафтером. Как на это смотришь? Были бы угарные дебаты. Майнкрафтер, хуесос, я этого Дмитрия Скрынника знаю еще с тех времен, когда он просто снимал однотипный. Вот он спиздил мою идею. Я как на стримах предложил, что я, например, возьму какого-нибудь видеоблогера, типа популярного очень, и буду полностью копировать его видосы. Просто полностью, слово в слово, обложка, название. И устрою просто огромное черное зеркало на весь YouTube, блядь. Когда я буду копировать какого-то популярного хуесоса слово в слово, все повадки, блядь, и весь канал на этом построю. И, видимо, Дмитрий Скрынник, я об этом пошутил, и, видимо, Дмитрий Скрынник настолько вдохновился моими речами, что он в один момент создал канал, где полностью копировал Дмитрия Ларина. Он разговаривал, как Дмитрий Ларин, он снимал, как Дмитрий Ларин, он ходил и дышал тем же воздухом, что Дмитрий Ларин. Дмитрий Скрынник — это конченый хуесос, хотя раньше я с ним вроде как общался, но он конченый хуесос. Это, блядь, это не человек, мне кажется, это животное. Юлия Латынина, 100 рублей. Рома, засчитывает ли YouTube просмотры видео ВК? И где лучше делать посев ютубовских роликов? Засчитывает. Я сейчас вернусь. Да, давай.
Лучше всего посев заходит на этом, на Телеграме. В Телеграме, короче, самые лучшие просмотры, самое быстрое, что может случиться вообще с твоими просмотрами. Так что мне кажется, что лучше в Телегу. Все. Так, я не пропустил. Никакой вопрос. Ребята, всем огромное спасибо за донаты. Я вас люблю, обожаю. Кидайте донаты, задавайте вопросы. Бля, Марго, что-то интересное не договорил. Заебали своими сериалами. Это говно ебан. Да, сериалы, тема с сериалами заебала. Ты с какого города? Я с Кемерово. Тут есть пара клубов. С человеком из Кемерово. Давид смотрел «Клуб Завтрак»? Нет, кстати, я очень много шуток слышал от Эбеда из сообщества про «Клуб Завтрак». В первой же серии, причем он всех заебывает «Клубом Завтрак», но у меня так руки не дошли. Так. Короче, ребята, задавайте больше вопросов, донатов. Юля Латынина вообще, блядь... Посев – это не так выгодно, потому что засчитывает все просмотры, но посев – это не так выгодно, в принципе, как попадание в рекомендации. А попасть в рекомендации я ничего посоветовать тебе не могу, кроме того, чтобы снимать ролики. Если ты хоть раз попадешь в рекомендации, вот как я со «Змеиным клубком» попал один раз с роликом про Юлика в рекомендации к его подписчикам в «Related», все, теперь их до конца жизни у меня в комментариях заебывают, что каждый мой ролик, в котором есть определенный тег про «Змеиный клубок» или про Юлика, он вылетает все подписчикам хуесоса крашеного. И они все меня заебывают комментариями, блять, какого хуя это у меня в рекомендациях, как удалить это из рекомендаций. Это самое легкое. Почему Латынина смотрит «Механика»? А? Кудряшки, видимо, завезли сюда. Хватит, блядь, перебивать. Вот если убермаргинала не перебивать, то его несет, и он начинает нести очень нудную хуйню, поэтому иногда приходится убермаргинала перебивать, не обессудьте. Планируешь переехать в Краснодар? Заходи сначала к нам на канал. Охуеть, блядь, такую рекламу я вслух зачитываю. Блядь, это вот что случается, когда я, блядь, в комментарии начинаю смотреть. Реклама долбоеба. Про Breaking Bad, что думаешь? Я вот Breaking Bad с отцом начал пересматривать. Вот раньше, я когда посмотрел первый раз Breaking Bad в 2011 году, мне пиздец зашло. Потом, спустя время, я начал понимать, что Breaking Bad был каким-то унылым, он еще заебал, блядь, каждый второй долбоеб это смотрел, везде это форсили. Мне прямо отвратно стало от Breaking Bad, и у меня что-то мнение по поводу него изменилось, я думал, что я его переоценил. И вот совсем недавно, на этой неделе, я ездил к родителям, и мой отец начал сначала посмотрел «Наркс», потому что я ему Netflix подключил, и он начал, мой отец, который никогда в жизни не любил сериалы, он оттрахал весь Netflix, он посмотрел там «Наркос», и я ему сказал, как невзначай, посмотри «Во все тяжкие», там тоже вот про наркотики, про мексиканцев, блядь, раз тебе зашло. И я начал с ним пересматривать Breaking Bad, и это какая-то охуенная хуйня, потому что Breaking Bad, ну он очень хорош, я понял, что я ошибался, Breaking Bad очень хорош. Киновселенные Marvel и DC. Я терпеть не могу такую хуйню. Я вот посмотрел последних «Мстителей». Мне вообще из Marvel понравился только второй «Капитан Америка». Все остальное от про супергероев я ненавижу. Только Нолановский «Темный рыцарь». Все остальное считаю полной хуйней. Отвратительно. Что ты думаешь по этому поводу? Я никогда не ожидаю ничего хорошего от фильмов про супергероев, поэтому я всегда приятно удивлен, типа, ну это примерно как боевики с Лиэмом Нисоном. Я их тоже смотрю. Я посмотрел недавно фильм, где он по поезду туда-сюда носится. Причем фильм этот очень быстро на Amazon Prime появился. Значит, то есть. Это значит, что он, скорее всего, провалился в прокате. Но для фильма, который провалился в прокате, фильм весьма неплох. Мне понравилось. Нормально бегает по поезду, блядь, стреляет. Последний фильм с Лиэмом Нисоном, который смотрел, это где он с волками борется, блядь. Как это называется? Грей. Да, где он против волков, там, наедине с природой. Я концовку, правда, не оценил, блядь, какая-то тупая хуйня, я считаю.
Вообще весь фильм это тупая хуйня, потому что все персонажи, кроме Лиама Нисона, не раскрыты, не харизматичны, им не сопереживаешь. Это корм для волков, для того, чтобы Лиам Нисон в конце разъебал всех. Marvel ну, это... По факту им всем пиздец. Как бы, ну, если ситуация конечно, реальная, конечно. В этой ситуации им всем пиздец. Но, в общем-то, в конце как бы так и получается, на самом деле. Ну, там же в конце не показали, там показали, как он летит разъебывать, и потом просто дыхание, непонятно, чье это дыхание. То ли Лиам Нисон выжил, то ли волк. И это было... Ну, да. Но понятное да. дело, что открытая концовка заставляет зрителя думать, то, что не, он разъебал волка. У него мотивация. Ну, открытые писала. Концовки, они нужны для того, чтобы долбоеб сам себе в голове хэппи-энд дорисовал. Я помню, когда у Мэда бомбило из-за того, что школьники ему, короче, с донатами писали всякую хуйню, типа «Ты прошел GTA 5 на неправильную концовку». Потому что с точки зрения долбоёба правильная концовка — это когда все выжили в конце и уехали в закат, блядь. Так и вы... Блин, вы чё, зачем долбоёб? Мне такая же хуйня у меня была Stranger Things, блядь, когда я играл. Я где-то на стриме сказал, мне сказали, что у меня неправильная концовка. Я тоже бомбил, я говорю, что долбоёбы. Кровавый четверг да, я не это. Смотрел, ребят. Все, хватит, блядь, про этот кинематограф ебучий, он заебал меня, блядь. Фильмы, сериалы, все, ребят. Шиноба, думал, у тебя с Марго взаимная неприязнь. Удивлен, что снова мутите совместный стрэм, Шиноба. У меня никогда не было неприязни к Убермаргиналу. У меня не бывает вообще стойкого какого-то отторжения к людям, особенно в интернете. То есть, если мне какой-нибудь Стас Айкак просто напишет, типа, бля, гострим, ну, я немного подумаю, но пойду, наверное, потому что мне реально похуй. Я больше скажу, я бы тоже залетел на стрим Айкак просто, хотя я его терпеть не могу, но я бы залетел, чтобы обоссать его там. Я не стал бы даже обоссовать, мне реально похуй. У меня нету никаких вендет против людей в интернете. Я не знаю, я не помню даже, занимался ли я когда-либо вот чем-то таким. Мне что-то неинтересно. Вон Озон, например, у меня постоянно убивает в скетчах. Мне похуй, скетчи смешные. Ну это Озон, блядь. Ну это Озон. Озон это легенда. Одно дело Озон. Ну тем более я с ним в конфе сидел давным-давно. Он не помнит, наверное, уже Терминатор, блядь. Я тогда не был известным, у меня не было присутствия в интернете. То есть я там появился, потому что Озон с Артификсом знаком. Да. Неизвестный нормальный фильм. Да идите нахуй с фильмами, блядь. Я захожу в чат, там одни фильмы. Что Марго думает про South Park? Ладно, это интересно. Прикольно. South Park был прикольный, потом он в какое-то дикое говно скатился. Я последний сезон не стал смотреть, начиная с 10-го. А вот я... Бля, ну что, я с 10-го? Не, ну, 23-й. Начиная с... А, блядь, подожди, я подумал, что их всего 14. Не, нихуя, вам, по-моему, сейчас 23-й. Наверное, да. Я просто хуя не смотрел, я не помню. Я остановился на моменте, где Картман стал типа хорошим и завел себе тёлку. Это какой сезон? Ой, бля, я не помню. Это типа, это несколько раз, по-моему, у них было, типа, блядь, я типа уж не... Это вот когда он стал, типа, хорошим, и долгое время это была одна сюжетка, и... Да, но это недавно было. Это мне тоже не нравится. Короче, вот сезон, который самый последний, который типа новый, он еще туда-сюда. Там были моменты интересные. Но в целом, конечно, ну а что еще ожидать-то? Конечно, блядь, столько кругов намотать. И потом, типа, чтобы они еще что-то могли сделать новое и впечатляющее, ну, блядь. На мой взгляд, ну им не переплюнуть серию про World of Warcraft, например, да, которая культовой стала. Она еще премию Эмми получила. Мне кажется, самая охуенная серия — это «Сдохни, Скотт Теннерман». Тоже хорошая серия, да. То есть тяжело переплюнуть там серию про ниндз, про этот Imagination Land у них. Cartman Land, охуительная серия. Да, тоже хорошая серия была. Вот, то есть, когда мультсериал в 2016 году выпускает серию про эмо,
Это уже, блядь, диагноз, нахуй. Они постарели просто. Мне кажется, что авторы просто постарели. Они республиканцы, кстати. Знал? Нет. Они на церемонии вручения, по-моему, то ли Эмми, то ли еще какой-то хуйни, может, даже Золотого Глобуса, я не помню. Они вышли вдвоем и сказали, мы республиканцы, и вся аудитория такая, ха-ха-ха, типа, блядь, панчлайн, ну, смешно. Они же и потом они такие, нет, серьезно, мы республиканцы. Это было очень смешно. Но сейчас просто проблема в том, что с Трампом очень сильно поменялась политика в США, и теперь есть отдельная волна республиканцев, есть даже термин South Park Republican. Это человек, который сместился с левоцентристских в правоцентристские взгляды под воздействием сериала «Южный парк». Потому что в какой-то мере у них, в общем-то, этика консервативная. Как раз таки в этом сериале. То есть, это люди, наверное, не замечают, ну, находясь в России, это незаметно, но если ты в Калифорнии живешь, видно, что политика Южного парка, она правее, чем политика среднего калифорнийца, по крайней мере, значительно. Вот. Ну, мне казалось, что в первых сезонах, по крайней мере, в том, что я... Ну, блядь, первыми невозможно, а оказывается, я смотрел 19 сезонов, как мне пишут. Получается, я, насколько понимаю, яркой позиции, выражаемой у авторов, никогда не существовало. Они, блядь, всегда пытались усидеть. Но это надо именно много смотреть, и при этом не в том возрасте, когда похуй на политику. Понимаешь, в чем дело? Я же это смотрел уже в осознанном возрасте, понимаю. Ага. И они, ну, очень редко выражали свою позицию голосом Кайла и Стэна. То есть, да, в конце была мораль. Там... Но, блядь. Например, я помню точно, когда Южный парк выражал свою позицию, это по поводу авторского права. Была серия с Юту и Бона конкретно, и с авторским правом. И они выступали яро против защиты, да, авторского права в интернете. И VS Message был в том, что вы что, долбоебы, если хотите зарабатывать, пиздуйте на концерты. Да. Ну, это не сходится немного с правой консервативной? Нет, почему? Нет, почему? Как бы позиция против авторского права может интерпретироваться и в ту сторону, и в другую. А может интерпретироваться как поддержка социалистических реформ, может интерпретироваться как поддержка малого бизнеса. Потому что, в общем-то, авторское право и, кстати, патенты всякие, они душат малый бизнес. А республиканская партия, она всегда была так за... Там же ни слова не было про малый бизнес. Так речь шла же про свободу в интернете и про свободу слушать. Свобода все, в интернете – это и есть свобода малого бизнеса. Потому что кто напарывается на авторское право? Это, ну, человек, который канал заводит, чтобы что-то с него получить. Так там же просто Кайл скачал песенку, чтобы послушать, и его обутылили. Это Кайл, это частный случай. Там это гиперболизированный частный случай специально. А на деле-то кто в реальности... Ну, понятное дело, но почему они не гиперболизировали частный случай какого-нибудь долбоебика, который имеет свой сайт и... Там, потому что это был бы не гиперболизированный частный случай. Это, как бы, во-первых. Во-вторых, ну, буквально такие случаи были в 90-х. И люди с сайтами побеждали. А, то есть хозяин сайта You're the man now, dog, если кто помнит, был такой сайт. Но это надо реально быть олдом. Ну, либо читать очень много энциклопедию драматику. Вот. Я сомневаюсь, что даже на Лурке есть статья про эту хуйню. Это настолько древняя срань. Вот. То есть, да, нет, такие процессы были на раннем этапе интернета. Rotten.com, кстати, создатели тоже в суд ходили по авторскому праву очень много. Ну, первую поправку получилось там отстоять какое-то время. Потом в 2000-х, где-то там в 10-м, что ли, может, 9-м даже, в 10-м, наверное, году была попытка там ввести вот это вот СОПа и ПИПа, вот эти два законопроекта, которые, да, благодаря массовому флешмобу в интернете получилось задушить, потому что, ну, люди массово стали писать своим представителям, с местным представителем, для того, чтобы они хотя бы были в курсе этой хуйни. Вот. Ну и довольно большое количество политиков поняло, что на этом можно выехать, поднять себе электорат,
И такие, бля, давайте это дело прикрутим. И прикрутили эти два законопроекта. Ну, сейчас уже, если что-то такое начнется, то вряд ли это получится. Это, во-первых. Во-вторых, вон в Европе артикул 13 сейчас принимают в Евросоюзе. А, им всем пиздец, потому что в Европе люди, они вот вообще как бы не могут в горизонтальную самоорганизацию. Это вот вам не Америка. Поэтому, если Евросоюз им говорит, вот с завтрашнего дня мы будем всем, значит, по средам вкручивать батплаг со свиным штопором, вот, без исключения, старше 19 лет только, то никто, блядь, вообще как бы брови не поведет из населения Евросоюза, всем будет как бы похуй, то есть... Вот каждую пятницу будем как бы... Ну, не скажи, желтые жилеты, они... Внутри Евросоюза, но, блядь, мне кажется, что им не похуй на то, что происходит. Они выходят ну, лично они, по любой хуйне. Они легко они поджигают. Сидят на площади, они сидят на площади, блядь, и палкой по асфальту. Да ладно, блядь, они там машины переворачивали, блядь, нападали на полицейских. Жгли ну, всякую хуйню, разбивали стекла. Франция же внутри Евросоюза самая протестная страна вообще на протяжении всей истории. Ну, там, ну ты знаешь, кто в основном там, в общем-то, протестовал до желтых жилетов, как бы, кто, ну, понятно, ёлопало, блядь. Это люди, которые, может быть, они не протестуют, может быть, в их странах принято так, блядь, руки греть об машины, они не знают просто, как что такое машина. Они, может, с копьем на них еще, блядь, кидались, когда первый раз увидели, ёпта, я что, ебу, что ли, это ж типа такое. Вот, нет, желтые жилеты, ну, смотри, тот факт, что люди, огромное количество таких пролетариев, блядь, выходят на протест, начинают что-то орать, жечь и так далее, говорит о том, что, в принципе, политическим путем ничего добиться нельзя. В США можно, в Евросоюзе нельзя, потому что просто вот общество, оно фундаментально другое. Ну, да, у Америки был некий бонус в том плане, что, да, тут была охуительная территория, стоило только убить всю коренную популяцию массово. Войн не было просто, банально войн не было. А почему не было-то? На территории страны, ну, таких почему войн, таких катастрофических войн, как... А почему не было-то? Ну, не было, потому что, блядь, ну, а откуда они там возьмутся, блядь? Во-первых, вот. Во-первых, штаты в ебенях. Начнем с этого. Окружены океаном, блядь. Во-вторых, штаты, блядь, ну, сколько им, 400 лет почти, насколько я понимаю. То есть, лет меньше, но развито мощнее. То есть, тут такое дело, что... Вот да, территория... я не к тому, что это, типа, какой-то, блядь, бонус, там, в чью-то сторону. Просто я к тому, что, ну, войн-то фактически не было из-за вот этих всех совместных причин. И расположение, блядь. И история происхождения, появления, и история, да, того, как англосаксы прибыли на территорию, что они там сделали, как они обосновались там. Это все играет огромную роль. И время, в которое это произошло. Все-таки 400 лет назад был не такой пиздец, как 1000 лет назад. Или даже там 600 лет назад в мире. Я, короче, к тому, что у США основной бонус был то, что вот пустая территория, то есть коренное население убили, то есть заново можно все заселить с более-менее развитыми технологиями уже, то есть не переходя всякие первоначальные фазы, значит, сразу начинать строить капиталистическое общество. Это огромный бонус. Потому что даже если у нас не какой-нибудь ебучий СНГ, где там Советский Союз 70 лет был, и поэтому у тебя на все про все, чтобы капитализм построить 20 лет примерно. Значит, даже если у нас Европа, все равно. В Европе есть огромное культурное наследие. Убер-маргинал. Спасибо, что пришел. Будем ждать тебя снова. Убер-маргинал. Для того, чтобы ты ушел, Илон Маск донатит 10 тысяч рублей. Я не против, я в любой момент. Так, собственно, мы тоже скоро будем прощаться, поэтому обер-маргинал, в принципе, охуенно получилось. Приходи еще. Давайте, передавайте привет Озону. Привет Озону, давайте, пока. Привет Озону, пока, пока, обер-маргинал. Илон Маск, что ты сделал?
Это было очень жестко. Это было забавно. Охуеть. Охуеть, пацаны. Спасибо, Убер, Илон Маск. Я в ахуе. Бля. Спасибо огромное за 10 тысяч рублей. Так. Так хорошо болтали. Ну, ничего, всему должен быть конец. Спасибо, Убер Маргинал, за то, что он пришел к нам на стрим. Это было замечательно. Но уже, скажем так, поднадоело, честно говоря. Ну, уже достаточно долго. В любом случае, уже хотели под закругляться.